Ну чё, ребята, всем привет, короче. Сейчас хочу вам рассказать одну историю. Вот у меня давно есть один такой знакомый, зовут его Эдик. Вот, он сейчас работает на севере, а как мы с ним познакомились, у меня была Mitsubishi, автомобиль, Шариот. Я там менял двигатель, в общем, он моторист. Ну, на тот момент он был молодой, и потом у нас через какое-то время, через год, наверное, через два связи пропали. Вот, и через уже, не знаю, сейчас сколько лет, сейчас 2020 год, в 11-12, наверное, ну, почти 8 лет, наверное, можно сказать, я его не видел. Вот, сейчас вот с ним созвонились, иду смотреть к нему в ремонт. Он ремонт на севере работает и замутил у себя ремонт такой небольшой. Ну, можно сказать, там капитальный. Полы, стяжка, вот это все хозяйство, старое все снял, вот, в общем, новое все постелил. И потом начинал это сам, вот, а закончил, соответственно, уже рабочих нанял. Вот, и просто-напросто, ну, попросил, так как я занимался строительством, меня поприсутствовать, может, там, или посмотреть, оценить, как ремонт. Вот. А еще одно хорошее видео. Он, я ранее упоминал, он моторист. Вот. И на севере он замутил для того, что вот эти большие там скольки пятитонные двигатели, чтобы их перебирать, это всю поршневую, станок. Очень интересный. Дальше я ставлю в этот ролик его ролик. Посмотрите, оцените, кому интересно. В общем, можете написать там свой комментарий. Вот, ну а сейчас идем на стройку к Эдику. Давайте, начинаем. Алло. Алло. Алло, да. Ну ты там с клюшком занят, что ли? Ну это, переоделся, вот вошкусь. Ты это самое, спустись, наверное, открой, а то я внизу стою тут. Подъехал? Ой-ой-ой, сейчас. Давай. Наступил еще на говно. Вообще удивительно. О, привет. Начал? Как настройки. А здесь натяжные потолки, да? Да. Нихуя, это бурят куда. Чего же? Ее уберут, когда окно будет менять, да. Да. Давай покрасишь и все. Все, заебись. Классненько, полы изумительные. Молодцы. Еще хуёв я не натыкал, вот так лежал. Видишь, доливал. Ну, он доливал это место. Угу. Ура, ну. Они все закончили? Все. Ну, наверное, больше телефон в трубку хуй возьмут. Нет. А я-то им хули. Обещал будет иллюминат отложить. Потом потом денег нет нахуй. Ну классно, что могу сказать. Вообще другой табак. И здесь как положено, смотри, прям переход для ванны. Да? Вот следующий подъезд от плиточки. Ну да, что. Где у тебя полно? Следующий проезд. Меня кинули, блин. В смысле? Сокращают нахуй участок, прикинь. Да ты что? Да. Ну ладно, так прям сразу-то. Серьезно уже звонил?
Слушай, ну что, изумительно, молодцы пацаны. Таким ребятам, как сказать, можно еще где-нибудь работу придумать-то, да? Так-то да. Ну над ним прораб хороший нужен, как ты. Нет, ты что, они не выдержат нахуй, побегут, ебать. Я тут наебу. А здесь натяжно у тебя будет, да? Везде будет. Вот возле нас. Ну, да. Ну ты знаешь, здесь уже жить можно. Ну вот, по сути дела. Хоть даже и несмотря на окна, мне кажется, весь тепло. Изготовили станок для силовых агрегатов. Станок для V-образных двигателей, для силовых агрегатов, агрегатов коробок, редукторов, также для двигателей рядных и V-образных. Станок из чего сделали? Металл двадцатка применялась, подушка. Подушка у нас под плитой, вареный короб. Промеж плиты и короба доска полтинник проходит. Все зажато шпильками. Основание. Труба бесшовная, 6-миллиметровая. Вот. Вверх у него два несущих стержня. Сталь высокопрочная. Центральный стержень проходит. Это попозже покажем. И сам стержень, который вращает двигатель.